Здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики и вообще все, кто смотрит просто мои видео. Это вот обзор на мою новую фигурку из Monster High. Вот они все вместе. Некоторые фигурки выпадают, просто прям вообще не держатся. А некоторые фигурки так держатся, что они даже ломаются. У меня у Лагуны, как я уже говорила, сломалась одна штучка. Поэтому она вот здесь вот торчит, видно, неровно. О, Клодин сломалась одна штучка. А некоторые прям вот выпадают сразу же. То есть, о, даже не держатся. Вот они все мои фигурки Monster High. Вот, даже Лагуну повезло купить. Вот, потому что, как бы, ее тоже нигде нет. И вот нашла ее тоже, как я уже говорила, в том же киоске. В основном сейчас везде Клео продается. Вот Оперетта видела, Клодин есть, и вот Спектра и Эбби. Вот эту тоже я нашла одну. Но сейчас вот не о них. Поставим их вот сюда. Вот моя новая фигурка. Это Гулия Йелпс. Она, к сожалению, продавалась вот журналом. Сразу извините меня за кашель, потому что я все еще до сих пор болею. И это даже не до сих пор болею, я заразилась третий раз подряд. Вот такая вот у нас Гулия здесь. Здесь все о ней тоже написано. Вот фигурка нарисована, какая она должна быть. Вот тоже все с Гулей. Здесь у нас идут все куклы. У меня, кстати, вот она. Вот такая кукла есть. Вместе вот со Слоумо. Но прическу я распустила и выпрямила волосы. Вот. Базовая, конечно, самая крутая, но она, конечно, стоит очень дорого. Как, естественно, вот это вот из Комик-Кона. Вот она в образе своего любимого героя комиксов. Вот тоже такая вот картиночка с ее друзьями. Вот здесь тоже вот журнал. И вот такой вот журнал еще. Больше всего мне понравилась эта вот эта картинка. Клео здесь такая милая, я никогда ее такой не видела, даже в мультике. Она улыбается и смеется, вообще прям. Мне вот это фото очень понравилось. Потому что обычно она очень грозная такая, вся недовольная, вот как здесь. А здесь прям вообще смеется, даже ее смеющуюся первый раз увидела. Ну и здесь, естественно, все фигурки изображены. Кстати, я тут узнала, что у Дракулауры первый номер идет, у Фрэнки второй. А вот здесь написано, кстати, не пропусти следующий, номер 10. Какой номер 10? Вы посчитайте, здесь 9 фигурок всего. Вот. Откуда там взялся 10 номер? Когда 9 уже все гуляет, наверное, последний. Хотя в журнале Спектре было написано номер 6. Гуля должна быть. А здесь, оказывается, номер 9. И, наверное, все-таки пропустила Дракулауру и Фрэнки. И наверняка у меня их больше не будет. Ни Дракулауру, ни Фрэнки. Не знаю. Конечно, я буду обходить и искать. Кто его знает? Может быть, все-таки мне повезет найти Дракулауру и Фрэнки. Потому что мне их одних осталось. Вот такая вот Гулия. Она здесь, конечно же, немножко сутулится, так как в мультике. Вот, и стоит в разных позах, так как она в мультике стоит в основном постоянно. Волосы у нее такие, да, голубо-белые. Голубые, синие, с вот раскрашенными прядями, длинные такие. Тоже подставочка прилагается, которая тоже туговато, она туда входит. Вот такие сапоги. Ну, все как у базовой. Штанишки, кофточка. И вот здесь она держит свою прядь. Кстати, рука вот эта вот отодвигается, вот. И прядь тоже можно оттуда вытащить и убрать. То есть она не приклеена, рука к этой пряди. Вот. Ну и также очки, ее вот ободок зеленый. И перчатки черные. Вот такая вот у меня новая фигурочка. И теперь их у меня
Так, раз, два, три, четыре. 7 штук. Осталось всего 2 найти. Повезет или не повезет, я даже не знаю. Но я лично думаю, что мне повезет найти Дракулауру и Фрэнки. Ну, хотя бы Дракулауру, потому что Дракулаура мне очень нравится. И она мой любимый, как бы, персонаж из мультика, а кукла моя любимая, это вот Клео. Ну, не это, а кукла именно. У меня тоже есть базовая она. Вот. Ну вот все мои фигурочки. Вот. Monster High. Попытаюсь, конечно, собрать и найти Дракулауру и Фрэнки. Потому что хочется их все-таки всех собрать.